Итак, у нас сегодня в обзоре светодиодный дискошар, который был куплен в магазине player.ru. Ссылка на магазин будет под видео, сразу скажу. Шар называется Neo Night. В принципе, вот так он выглядит. Для чего он предназначен? Это шар такой, который создает праздничное настроение. То есть будут разноцветные огоньки, цветомузыка. Причем, что 6 сверхярких светодиодов создают эффект диска. И этот шар еще под музыку будет подстраиваться и создавать вам классное настроение. Смотрите, что сначала по коробке, что у него есть. Самое примечательное, есть пульт. Есть Bluetooth, то есть по Bluetooth мало того, что пульт, естественно, работает, ну не по Bluetooth, а вообще работает пульт, а по Bluetooth вы подключаете телефон, воспроизводите музыку прямо через этот шар, и музыка, и цветомузыка подстраивается непосредственно под режим музыки. Соответственно, работает он от сети, у вас эффект цветомузыки, можно не обязательно с телефона, можно подключать флешку, и с флешки прямо воспроизводить музыку, прям все очень круто. Распаковываем, что у нас имеется в составе. Получается непосредственно сам шар, достаем его, аккуратно он тут запечатан, в пакетике размещен. У нас имеется, ну я так понимаю, инструкция, и у нас имеется пульт. Все, после этого коробка пустая, соответственно, коробку мы убираем. Напоминаем, что это было куплено только что в магазине Player, player.ru, и ссылка будет под видео. Вот он непосредственно наш шар, кстати, он достаточно легкий. Вот у нас есть панель управления, то есть Bluetooth, флешка. И, соответственно, куда мы управляем пультом, то есть подстраиваемся. Поэтому подключаем сейчас в розетку и посмотрим, что он из себя будет представлять, этот шар. Включили. Подключите флеш-карту или Bluetooth. Он заговорил. Соответственно, осталось включить музыку, либо флешку. И все, и начнется цветомузыка. Диско-шар, Night, Night, диско-шар.